Серега, что грустно? А надо запьем просто эти. Ускочился? Нет, досрочно. Нет, у меня просто продолжение благовеста. Ты, дай-ка эту ручку. Убери свою трубу, Ерехонского. А эти где? Да, и... Братишка. День восьмой. День восьмой, я уже говорил, день восьмой. А, ты уже говорил? Да, день восьмой последний. Заключительный. Пьяница. Отлично.
я не слышу. Не надо, не надо. А помнишь, как ты в дерево хотел въехать? Я не въехал. Я мимо вот него. Я мимо него прошел. Гудбай! Да, ну хорошо, второй раз не буду. Ну что, послушаем, что ли? Вот меня интересует последний раз. Давай. Ну чё там, последний раз не вызывает никаких нареканий со стороны автора. Как тебе, нормально? Нет, не нормально. Что? Я себя плохо слышу. Так добавим. Чуть-чуть добавим. А те голоса не мешают? А, нет, помогают. Ага. А что тебе там принесли, ты спасибо говорит? Водочки. Понял, притаился. Вообще нифига не надо. Зубы как жемчуг, острый взгляд. Говорит дерзко, отвечает. Что за бред? Многие красотки свистят ему во след. Каждому из них он оставил яркий след. Они бегут за ним, он быстро исчезает в переход. Дает передний ход. Ну вы слушайте Даша, Даша же пиздец вообще. Они бегут за ним, он быстро исчезает в переход. Дает передний ход. А мог бы дать и задний ход. Да, это сильная песня получилась. Супер хит. Это ты говоришь, нашел? А я нашел начало этого всего. Это было в апреле. Дольки апельсина на столе. Змеи извиваясь в постели. Солнце шторы закрыли. Извиваясь в постели. Извиваясь. Снейкин. Снейкин бой. Ты там летал, да? Да. Какой? Я думаю. Ну что вы там? Слабо тебе чисто такую песню написать. Да. Напиши, Васильевич, про змеи, которые извиваются. Извиваются. Он быстро читает переход. Да, я тоже задумался. Дает он передний ход, а мог бы дать и задний ход. Это гранж наших дней. Уйди, уйди. Так, пробуем? Скажи, пожалуйста, вот здесь мы в зале писали альбом, в зале, вот типа Лиф или Лайф, ну. Это 90 какой, 5-й год? 94-й год. 4-й даже? Да. Как давно? 94-й год, 8. Ну все, господа, альбом закончен. Подожди, еще Б. А где же... Не, ну для меня уже закончен. А где же стол накрытый, банкет? А что, я, что ли, автор, сочинитель? Вот и все. Впереди сведение. Что? Впереди, говорю, сведение. Братишка. Ну, браток. Разреши тебя поцеловать.
Спасибо тебе, родной. Все? Да ладно, спасибо вам за работу. Ну все. Мерзкое пиво, самое лучшее в мире пиво.